Приветствую вас, друзья. Гринхельчик продолжается у нас. И чё, у меня тут 11 утра. Я хочу пить, у меня нет жиров, но у меня есть орешки, которые те самые жиры мне дадут. И ами, охренительно. Дали жиры? Дали. Теперь можно выпить суп с личинкой. Налить, собственно, туда пустую водичку. Сейчас, погодите. И сразу сходу, респект и уважуха вот этому вот человечечку, который мне выдал некие советики, которыми я сегодня буду пользоваться, и мы, возможно, продвинемся дальше по сюжету. О, а здесь что? Чистая вода. А вот сейчас будет нечистая. Еще, кстати, мякоть кокоса надо бы пожарить. А яичко прям долго живет, я вам скажу. Капец, как классно. Так вот, собственно, самый основной и охренительный советик по поводу вот этой сраной миски. Оказывается, нужно вниз поставить костер. И теперь я понимаю, почему. Здесь же гребаная зола. Я не знаю, почему я не обратил изначально на это внимание. Но теперь-то я прям все могу и понимаю. Единственное, только нам нужно сейчас нафармить... О, нет. Нам нужно нафармить досочек, деревяшечек, чтобы все было хорошо. Поэтому изготовить два камушка и веревочка. И будет топорюшечка. Что-то с палками у меня совсем беда. Во, полетело. Сразу вот эти вот забираем. Надо, по-моему, максимальное количество на костер палок. Блин, почему нельзя сделать костер немножечко, ну, не настолько крутым, а? А, да, еще спасибо насчет того, что добыть на палку. Раньше ж такого не было, я поэтому, собственно, их и разбирал. Понимаете, как это работает? То есть, по идее, получается, что если я сейчас возьму вот эту длинную палку и добуду, мне дадут обычные, да? Ну-ка. А, две палочки дают. Ну, клево, слушайте, это прикольно. Тут еще бананчик у нас подрос, даже два. Это мои углеводы бесценные. Так, где еще палки-то? Знаете, не хватает некого вида, который бы показывал мне сквозь вот эти кусты, где находятся мои палочки. Личинки, это прекрасно. Я их, конечно же, заберу. Давай. Косточка. А у меня же есть кости, правильно? У меня до хрена должно быть костей. Всего две. Ну ничего. Просто я помню, что был довольно неплохой костяной супчик в свое время. Я им неплохо так питался, я вам скажу. Покусечка. Добыть. Итого у меня получается 10 палочек. Следовательно, мы сейчас с вами здесь создадим кострище. Невзрачный, но прикольный. Так, а что у меня тут еще? Сушильня бамбуковая, больше ничего нет. Итак, да, видите, он даже прилепляется сюда. Ну, тогда все понятно, что тут уж говорить-то. Че? Не хватило? А вот хватает. Давай. Требуется уголек. Сейчас все будет уголек. Это кто сделал? Досочку я пока здесь положу, она мне пока стопудово не потребуется. Давайте-ка сделаем здесь охренительный костер. Ага, есть сухой лист. Я почему-то решил, что у меня сухих листьев нету. И, по-моему, там еще было пара листочков-то, которые можно собрать. Гори. И чё? Психо-чё? Психотрия. Куски... куски какой-то херни. Я не знаю, что такое психо... Это хочешь? Не хочешь. Это хочешь? Не хочешь. Табак она тоже не хочет. Психотрия. Черт. Мне, наверное, нужна книжечка, потому что я не соображу нифига. Молнерия, табак, окей. Неизвестный гриб, плод, это все не то. А больше я ничего не наблюдаю. А в чем была проблема перевести, интересно? О, я понял. Шаг 2. Вот она, эта херня. Итак, ауяска помогает пациентам с амнезией. Я вроде память не терял, но окей. Только в присутствии шамана. Черт, это возможно, я уже это делал. Может быть, есть другой путь. Шаг 1. Зажечь огонь, окей. Собрать предметы и положить их внутрь. Бенистериопсискапи. Лианы, да? Это лианы. Хорошо, давайте лианы сюда запихаем, не вопрос. Не запихиваются, запихалась. Она прокатила, не прокатила. Это интересно. Можно с тобой что-то сделать? Нет. Ну там же стопудово лианы были нарисованы. Вот, смотрите. Обрезки лианы, растущие на самых толстых деревьях в джунглях. Собрать ингредиенты и положить их внутрь тролливали. Листья и красные плоды с куста. Шаг 4. Довести до кипения и выпить из церемониальной миски. Так, окей.
Пойдемте, значит, с самого толстого дерева. Ну, типа с этого, допустим, да? Во! Я понял. Это, короче, другие лианы. Представляете, как интересно? Хорошо. Ха-ха! Я у цели, мать его! Кусты с красными ягодами мне подайте быстро. Серьезно? Разработчики, вы серьезно? А чё? Дай! 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 На! Ну, давайте запихаем сюда, не вопрос. Итак, куски этого дерьма. Ясно. Тогда, видимо... Как же их туда запихать-то? Психо... Вот эта штука, ничего с ней не происходит, съесть, уничтожить. Ну, допустим... Вот положись ты туда-то. Ты что ты начинаешь-то? Так, нам нужно обратиться к божественным... Собрать ингредиенты, положить их внутрь. Они у меня есть. А как их положить внутрь-то? Вставить. Серьезно? Я понял. Нелогичненько. Итак, мисочка с дерьмом. Выглядит прикольно. Давай, бухни-ка его. Может, что вспомнишь, так сказать, как пистолеты крафтить или еще чего? О. Эй, ты что ты тут делаешь? А... Ясно. Так бы и сразу и сказал. Ну, пойдем подойдем к нему. Чувак, у тебя что, в заднице фонарь? Эй, стой! Я нихера не вижу. Стой ты, мелкая хреновинка! А вот эти эффекты мне определенно нравятся. Не, вот такие не особо. Стой, мелкая зараза! Какие классные бабочки. Ага. Что, башкой проломить надо? Белый экран. Эй, малыш, ты где? Где я? Это просто охренительный вопрос, дружище. И это просто дико красивое дерьмо. О, да, вот это мне нравится. Если бы еще немножечко резкость прибавить. Я понимаю, что это типа глубина резкости, но выглядит просто шикарно. Охренительное дерьмо. Так, что тут? Корни деревьев. Коридор жизни. Что происходит? Удерживайте, чтобы ответить. Малыш. Кид? Ясно. Hello? Эй, есть кто-нибудь живой? Помнишь, как мы сюда попали? Мия? Where are you? Кажется, у кого-то поехала кукуха. Слушайте, первый контакт всегда самый сложный. Они очень недоверчивые. Ох, какая ж красота, мать его. Я ничего не помню, ты меня позвала, я выбежал из палатки, и что-то произошло. Иначе и быть не может. Цивилизация убивает их, а мы даже не осознаем этого. Тебя убивает цивилизация, друг? Мия? Возможно, было бы лучше, если бы я тогда умерла. Вы что, ребят, фонаря обосрались? А, это ж Мия. Потрогать. Мия. О, Танос щелкнул таки пальцами, а? Даже до сюда добрался, мудак. Ну, хорошо, пошли дальше. Когда началась колонизация Америки, конкистадоры принесли на материк свои болезни. Многие племена были уничтожены, а оставшиеся ушли еще глубже в джунгли. Вождь Квини долго рассказывал об уничтожении целых поколений его предков, которые гибли, пока не получили подарок от джунглей. Это вот эта шапка подарок от джунглей. У тебя лысина, друг. А я? Я наивно уверяла их в наших добрых намерениях. Типа, они сы, мы добрые. И что она нарисовала? Кораблик. Ага, ясно. Друг, чего у тебя тут на щеке-то, я не пойму. Так, ладно, подождите, мы потрогаем Мию чуть попозже, я хочу рассмотреть этих ребят, они довольно детализированные.
Но слушай, это твои настоящие волосы или это парик? Потому что с твоей плешью нужно что-то делать. У них, по-моему, у всех это сраная плешь. Видимо, у них такая фишка. А тут что происходит? Дети, посмотреть. Эти дети, я их уже видел раньше. Знаешь, я скучаю по ним. Я бы хотела снова их увидеть. Ау. Круглая херовина. Записная книжка Мия. Читать. Сегодня я добралась до деревни. Пока что мои попытки общения с Ебахака не увенчались успехом. Они общаются со мной так, будто я невидимка. Ну хотя бы не гоняют прочь. Не гонят прочь. Я должна завоевать их доверие. Показать, что я такая же, как и они. А значит, отказаться от технологий. Посмотрим, сколько я протяну на одних только бананах. Джейк остался в лагере. Я беспокоюсь за него. Это про меня. Когда он упал, то сильно ушибся. Он говорит, что чувствует себя хорошо, но я убеждена, что почувствовала неуверенность в его голосе. Надеюсь, это всего лишь мое воображение, и с ним все в порядке. Я знаю, что он взрослый мужчина, но он такой неуклюжий, как мудак. Оу, этого здесь не было, да. В джунглях нужно следить за каждым своим шагом. Даже самая маленькая царапинка может оказаться смертельной, если в нее попадет инфекция. Я даже не хочу об этом думать. Окей. Я просто обосрусь от удивления, если все это окажется его гребаным воображением, и он просто валяться будет там внизу, куда мы упали с веревки. Вот сейчас это письмо меня навело на такие мысли. Окей, потрогаем Мию. Просто позволь мне потрогать тебя. Потрясающе. Дальше хочу. Хочу дальше мультики смотреть. Пойдемте вперед. О, здесь будет что-то красивое. Они доверились нам. Приняли нас как родных. Они даже поделились с нами своим секретом. Это про плешь на башке. А, я не понимать. Ребят, вы такие прикольные, но все на одну рожу. О, девочки. Я вообще не видел. Или видел я женщин этого. Подожди, они что, одинаковые что ли все? Найдите 10 отличий между левой и правой, потому что средняя скрыла свое лицо, она очень стесняется. Блин, как офигенно это дерьмо выглядит, капец. Очень кинематографично. Я тебя уже видел, там твои сестры-близнецы. Вы что, четвероиняшки что ли? Ха-ха. Так, мужики, что-то мутят. А что она им показывает, интересно? Прими этот подарок от людского рода цивилизационного, а там поди, не знаю, айфон лежит. Эти копья я знаю, вы меня ими долбили, суки. Пойду еще тут похожу, может быть, чего найду интересного? В этой дырке ничего меня не ждет, окей. А что у нас здесь? Рюкзачелла, записная книжка Мии. Так... Ебахака, наконец-то начинают мне доверять. Самое время. Мне надоело спать на краю деревни, в то время как за моей спиной находятся джунгли. Теперь я могу оставаться среди племени... Фу, мать твою. Теперь я могу оставаться среди племени почти весь день. Многие из них по-прежнему меня опасаются, но зато мне удалось снискать расположение вождя Квинни. Джордж Квинни. Благодаря его поддержке у меня вскоре будет обряд инициации. Я рада, но в то же время немного боюсь. Теоретически я знаю, чего ожидать, но одно дело читать о ритуале, а совсем другое в нем участвовать. Надеюсь, все пройдет гладко. Я так хочу стать одной из них. Будет замечательно стать частью этого чудесного общества. Кроме того, я наконец смогу привести в деревню Джека. С нетерпением жду, когда он присоединится ко мне и будет говорить с Ебахака вместе со мной. Обожаю это слово, мать его. Хорошо, еще есть что-нибудь интересное? Какая-то фигня. Так. Ну, я думаю, что больше здесь ничего такого нету. Вот этот лучник как-то интересно стоит. Лучник! Эмиссар Горгонитов. Это, если что, из фильма «Солдатики». Не думайте, что я херню несу. Ладно, пойдемте трогать Мию. Она перекинет нас дальше. Я просто хочу... Очень хочу. Подарок. Он чуть дальше. Джейк, прошу, ты нужен мне. Очень нужен, мать его. Мия, подожди, я иду.
Сейчас только меня отпустит эта трава сраная, и я приду к тебе. Белый экран. Так, привет. Джейк. Я не могу жить без тебя. Кто потушил мой факел, суки? Ми, это правда? Ты, что случилось-то? Ты в безопасности? Gracias a Dios, que estás vivo. Я в безопасности. Расскажи, что с тобой произошло. Чуть с ума не сошла, пытаясь связаться с тобой. Я надеялся, что ты мне скажешь. Ты позвала меня среди ночи, я выбежал, стал тебя искать, и помню только, что бежал и упал прямо жопой на камень. Стой, ты упал? Это херово. Успокойся, дыши. Ты знаешь, где находишься? Ага. Я понятия не имею. А он все врет. Да врет он все. Можешь сказать мне, где ты находишься? Поищи какие-нибудь ориентиры. Я нашел карту. Она наполовину сожжена, на ней намечено место лямбда 2. Я не знаю, что это, а ты? Не, я не знаю. А ты можешь до оттуда добраться? Я попробую. Ты сказал... Оставил меня ты. Мия, я ничего не слышу, ты пропадаешь. Это все Билайн. Без надежды оставил. Че? Мия? Мия, ты че, охренела? О, дерьмо сраное, батарея сдохла. Так, новая запись. Вперед, вперед. Как, в смысле, оставил ее? Я ее не оставил, она сама свалила от меня. Ты че, охренела, что ли? Я не хочу искать. Я сейчас копье сделаю и кину прям ей... Так, найти помощь, осмотреть точку лямбда 2, дождаться окончания зарядки батареи радио. Хорошо. Учитывая, что она в солнечных батареях, мы должны срочно проверить... О, у меня все в норме, да? Хорошо. Используйте колесо прокрутки, чтобы прокручивать. Карта. Я тут. Мне нужно сюда. Да? Да. То есть мне нужно идти на восток, правильно? Покажи мне восток. Вест-запад, ист-восток. Мне вот туда, короче, да? Да? Сейчас я поговорить. Мия, ты там? Mia? Как меня слышно, прием? Это первый. Джейк, боже мой. Я тут чуть не сдвинулась. Почему ты вдруг замолчал? Чего случилось? Да у меня батарейка, говно. Пришлось зарядить ее от USB. У нас мало времени. Скажи мне, где ты? Я приду. Ха. Я же уже сказала, что я в безопасности. Лучше мне все расскажи, я всегда готов поговорить с тобой. Да? А как же я тебя оставил там, а? Ты че? Так, ну хорошо. Это значит, что ты в нашей палатке? Я уже сказала, я в безопасности. Не трать зря батарею, буду там, где тебе понадоблюсь. Че? Серьезно, что твою мать? Да, я что-то не особо понял. Ты понял, а я не понял. Слышь, Джейк. Подожди, какой конец сраной связи? Значит, я пил Айясуаку. Насчет деревни, которую я нашел, давай. Слышь, Мия, по поводу деревни. А что с ней не так? Она была заброшена, я нашел несколько обгоревших предметов в Тролливале. Похоже, эти предметы не из джунглей. Ты уверен, что мы никогда раньше здесь не были? Племя боится нашего мира, но они бы никогда не стали сжигать наши вещи. Они знают, что мы не враги. Это не наши вещи, Мия. Я Мия. Так. Ты хочешь сказать, что мы здесь не одни? Да не знаю, но мне это совсем не нравится. Будь осторожней, не доверяй никому, особенно хомякам. Мия, я тебе личинку принесу. О, блин. Я же вроде тебя выкинул, гребаное это бревно. Так, слушайте... А, я ее взял таки, да? Прекрасно, хорошо. Так, что у нас там? Мия, ты можешь рассказать мне что-нибудь еще о том случае? Ты вызвала меня посреди ночи. Что случилось? Я пил мочу, короче. Я обнаружил старый камень, покрытый племенными рисунками. Мия, как ты себя чувствуешь? Прошли дни, все нормально? У тебя все хорошо, твою мать? Да, голова немного кружится и все. Бухала, что ли, вчера? Ты, наверное, просто устала.
Отдохни. В смысле, отдохни? Ты чё, она орала, помоги мне. Я просто вспомнила, как мы летали на выходные на Багамы. Ты помнишь? А вы ипотеку брали, чтобы туда летать, интересно? Конечно, помню. Как я мог забыть? Мы тогда решили, что вернемся вновь. Мы ведь все выходные провели в номере, никуда особо не ходили. Да, это печальная история. Да. Говно. Так, 25 на 41. Джейк, мы туда уже вернемся. Уже не вернемся, говорит. Не говори так, не сдавайся, соберись, все будет хорошо. А что случилось-то? Если ты в это веришь, то и я тоже. А под... Так, стоямба. А, ты можешь сказать мне, ты вызвал... Вот, давай. А может мне что-нибудь рассказать, милый? Я знаю так же мало, как и ты. Я знаю, но я что-то убегал. И она, кстати, тоже, но она что-то молчит, не договаривает. Я не знаю, как тебе помочь. Делай все, чтобы выжить, ладно? Может, память и вернется. Подожди, ее память или моя? Уточни, пожалуйста. Возможно, ты права, конец связи. Да ничего не конец, сука, тупой, а? Да что ж ты за придурок-то такой? Хорошо, я иду на 41 на 25. Что у меня там находится? 45 на 25 на 24 назад. 41, это значит, мне нужно вот туда топать вперед. Вот так даже немножечко вперед. Я что-то не пойму. Она мне по радио, значит, говорит. Я что-то тут у меня случилось. Помоги мне, помоги. Я такой иду помогать, падаю, потом убегаю, потом опять падаю, потом просыпаюсь, в заднице дырка, сразу лечусь, и все. И никто ничего не помнит, да? Это потрясающе. Просто охренительно нахрен. Так, здорово, ребятки. Как у вас дела? Пойдемте вот сюда зайдем. Я полагаю, что это рядом должно быть. 44 на 25. Ну мне вот туда тогда, да? Тогда мне вот туда... Хома, привет. Так, ну-ка быстро проверить карту. Я на реке, правильно? Правильно. Я вот на этой, походу, реке. 24. А может, камню, кстати, вернуться, нет? Ну, окей, да. Мы вот здесь где-то. Вот здесь, вот подъем. Мы вот здесь находимся, походу. Может, и вот здесь, твою мать. Так, подождите, я немножко запутался. Сколько у меня там по координатам? 25,5 на 44. Ну-ка, смотрим. 25,5 на 44. Вот здесь я, значит. Следовательно, я могу пройти по реке. Да, и здесь справа я найду чисто в теории подъем. Ну или не найду. Я уже так пытался, но что-то не получилось. Тогда пойдемте срежем вот здесь через эту землю. Я на самом деле ни хера не понимаю. Так, давайте попробуем еще раз. Мия, прямо перед происшествием ты вызывала меня посреди ночи. Что случилось? У меня потухла лампа, я запаниковал. Да, что ты мне вот гонишь-то? Вот, это все? Учитывая твое положение, мои проблемы могут оказаться смешными, но я правда испугалась. И не верю ни одному ее слову, она мне что-то врет. Я не хотел тебя обидеть, но она меня обидела. Дело не в этом, я просто не знаю, что со мной станет, если нам не удастся спасти тебя. Подожди, мы что, меня уже спасаем? Какого хрена? Мия, не говори так. Прям по курсу мудак, Мия. Давай сосредоточимся на том, чтобы вытащить тебя, ладно? Хорошо, только передо мной мудак. Мия. Так, подождите тогда. Пивчанский, здорово! Опачки, ты видел, как я могу? Как твое ничего? Покажи свой лучший удар. Это был херовый удар. Дна! Не попал. Не попал. Давай. Это все, что ты можешь, говно. Я видел твоего... Ау! Не попал. Борис, хрен попадешь. Это все? Не подходи. Ах ты, падла. Таки проткнул меня, да? Силы, вернитесь ко мне. Силы, мать вашу. Я убегаю. Не, я прибегаю. Силы вернулись ко мне. Давай сразимся. Так тебе, тварина. Давай, чё ты? Боишься? Нападай. Не попал. О, неплохой уворот. Минус один. Теперь твоя жизнь принадлежит мне. Где твое копье? Спасибо.
Так, а теперь мне нужно срочно перевязаться. Этот говнюк таки попал в меня. Ауч. Молния. Изготовить. Это было опасно, но мы справились. Сейчас надо Мии позвонить, сказать. Я минусанул одного ебахаку. Еее. Отлично. Потрясающе. Так. Мия, я убил воина аборигена ебахакного. Мия. Я встретил аборигена. Я ему копье в задницу запихал. Он напал на меня. Нет, я напал на него, и я убил его. Мне пришлось его убить. О, божечки мои, ты в порядке? Это не важно. Я убил человека, ты понимаешь? Я раньше и мухи не обижал. Правильно? Чё? Я рада, что ты жив и разговариваешь со мной. Так, я не понял. Он сказал, что мухи не обижал, а потом она говорит, это неправда? Это она к чему вообще? Типа, я... что-то она, короче, темнит, это Мия. Нет, я не буду говорить про Ясуаку, потому что это не важно сейчас. Сейчас важно только одно. Важно найти это гребаное место, но я хочу сначала помыться. Взять и помыться. ХП что-то не восстанавливается, нифига. Хотя я вроде бы рану-то залечил. Да. Ну я зато, видите, я научился драться с ними. Ну как научился? Два раза пропустил в голову копьем, но ничего, я выжил. Давайте посмотрим по координатам. Так, 45 на 26. Мне нужно 41. А, 41. Ну, давайте до сюда дойдем. Это у нас 42 на 25. Хорошо. Надо идти вдоль реки. Идем вдоль реки. Она здесь должна повора... Подождите, стойте, я куда-то не туда иду. Так, тихо, не ржите. Я не туда пришел, все нормально. Мне в ту сторону, Хуми. Все нормально. Сейчас я дойду. Я просто немного заблудился, потому что у меня было эмоциональное потрясение, которое мне обеспечил вот этот вот козёль. Да. Так, хорошо. Смотрим, значит, я сейчас... Я хер знает где. Давайте посмотрим по координатам. 44 на 26. Давайте заберемся. Лягуха. Давайте заберемся сюда, посмотрим, что тут находится. Да прыгни ты, что за фигня? Как будто меня тут не пускает неведомая, сука, сила. Прыг-скок. Опачки, опачки, опачки. А я эту пещеру знаю? Наверное, знаю все-таки. Ну, пойдемте проверим. О, она двухдырочная, отлично. Так, главное сейчас от скорпиона не отхватить. Это будет вообще неэффективно. Координаты. 43 на 27. Ну, мне вот в ту сторону, блин. А я сейчас иду хер знает куда. Тут... Тупичок. Тут что у нас? Тут ни хрена нет. А, вот он, гад. На! Ебахака, атаковал тебя. Пригнись. Прикиньте, это... Ну, нет, ну реально, ну что за говно-то? Прикиньте, разработчики просто запретили мне проходить через эту дырочку. А я люблю проходить через разные дырочки, особенно если они размером с меня. Ладно, давайте пока смей. Я обнаружил странный камень, давай. Короче, я увидел камень, который племенными рисунками покрыт. Помнишь, что там было нарисовано? Два человека, черный и синий, с камнем между ними. На нем были какие-нибудь надписи? Не помню. А, да, надо вернуться туда. Не, я уже вспомнил. Ну ладно, короче. Тихо стоять, что это? Что за звук был сейчас? О, улиточка. Так, что у нас по координатам? Значит, я нахожусь 43 на 26. Мне надо наверх. 43 на 26. И это у нас получается 43. Вот здесь я. Отлично, сейчас у нас резкий поворот. И мне надо каким-то образом направо прилететь. Вот туда мне нужно. Есть тут где забраться-то? Пока что-то не особо наблюдаю.
Кроме крабиков здесь ничего интересного нету. Ну, вообще-то я, наверное, смогу забраться, слушайте. Показывай. Да, вроде тут довольно прикольный подъем. Я что, тогда не в ту сторону поперся, что ли? Вроде бы там все было. Так, я сейчас где? Ну-ка. 43 на 25, да? Это значит, что я вот здесь. Вот здесь. И мне, короче, продолжать путь. Я у цели, я бегу. Или не у цели? Наверное, не у цели все-таки. Так, хомяканы. Не орать. Я вижу... Ну да, я туда и пришел. Вот там дерево, собственно, наверх идет. Мы сейчас на него, конечно же, зайдем. Не уверен, что это поможет делу. И надо будет вернуться еще к этой... Как она называется? К этой штуке, которая с надписями, чтобы рассказать ей. Блин, ну я не знаю, короче, что здесь можно сделать. Там вон какие-то веревки. О. А как же мне туда забраться? Нужны предметы крюк-кошка. Мия, я недалеко от точки Лямбда, но я не знаю, как туда забраться. В смысле, тут есть какие-то веревки, но они перерезаны. Да. И? Ну и все. Мне нужно снаряжение. Мне нужно какое-нибудь альпинистское снаряжение. Ничего под рукой нет? Мне не очень-то везет. Я дам знать, если что-нибудь найду. Слушай, да ты просто охереть, как мне помогла. Знаешь что? Я пил айясуако. До того, как ты звонила, я выпил немного бухлишка. Я вспомнил наши первые дни, когда ты ушла в деревню. Чё? Джейк, не пей ее больше, она опасна. К тому же, не все, что она тебе показывает, правда. А, да, то есть она уже пила. Но ты ведь добралась до деревни на лодке, да? Да. И ты участвовала в ритуале. Это ничего не меняет, и я боюсь того, что ты можешь увидеть. Вернись ко мне, пожалуйста, давай просто забудем о прошлом. Так. Так, подождите, я уже начинаю нихера не понимать. Я пытаюсь добраться до тебя, но я должен знать, что произошло. Мия. Короче. История становится еще более запутанной. Она мне не отвечает. Черт бы я подрал. Так, давайте посмотрим, что у меня в дневнике. Она не хочет со мной общаться, падла. Хорошо. Осмотреть точку, осмотреть камень с рисунками, осмотреть джунгли и найти крюк-кошку. Потрясающе. Точка лямбда 2 это то, что, что бы это ни значило, на этом холме. Координаты есть, мне нужно альпинистское снаряжение. Ха! Ясно. Ну так что, позвони, собственно, закажи на eBay, привезут. Где можно найти альпинистское снаряжение? Я вообще ума не приложу, на самом деле. Может, его куда-нибудь здесь сбросили? Это было бы очень и очень эффективно, и мне бы помогло. Нам нужно где-то осесть, потому что скоро вечер. А вечером выходят людоеды. Ебахака будет охотиться за мной, потому что я убил одного из их засранцев. Так, ну в этой пещерке мы были. Здесь особо ничего я не наблюдаю. И я совершенно забыл координаты того, той этой фермы... Ау, говно какое. Не повезло мне. Ногу повредил или жопу, ну-ка. О, черт, дела плохи, друг. Слушай, у меня последний лист молниерии. Нужно быть аккуратнее. Я вроде бы здесь скатывался, но что-то в этот раз как-то удача от меня отвернулась, к сожалению. Давай, перевязывайся. Нам подыхать сейчас вообще никак нельзя. И у меня не хватит даже мощности, чтобы развести костер. Поэтому нам нужна молниерия. Давайте еще раз в пещерку зайдем. Ну, мало ли, знаете, я типа случайно какой-то скрипт активировал, и там теперь в этой пещерке есть что-то, что мне очень может понадобиться. Ну, как минимум, мне может потребоваться вот эти ублюдки. На, умри. Это трупик? Это трупики. На тебе тоже. Пошла в сраку отсюда. Смотрим в оба. На, чтоб тебя. О, минусанул. Добыть. Еда. Так, что у нас тут происходит? Тут нихера нет? Тут тоже нихера нет. Ничего не изменилось особо. Хорошо, уходим отсюда. Давайте посмотрим на карту. Мне кажется, что я должен сейчас сходить к этому камню. И, возможно, он уже открыт. И тогда я смогу пробраться отсюда ко всем чертям. А если я проберусь ко всем чертям, то я, возможно, смогу найти там котелочек. И, может быть, какое-то альпинистское снаряжение там обнаружится. В общем, мы сейчас идем куда? Мы сейчас идем на восток. Ой, на запад.
на северо-запад, а мне надо идти на северо-запад. Я лучший следопыт современности, вперед. И мне еще надо найти какое-то место, чтобы переночевать там и сохраниться. Тихо ты, броненосец Потемкин, не пугай меня так. Если увидите кусты молнирии, кричите. Я, конечно, этого не услышу, но зато вы тоже поучаствуете в моем чудовищно интересном вроде бы прохождении. Это было очень скромно, я знаю, но все равно. Так, вот это место. Стоять. Это не то место. А, опачки... Спрятанная пещерка, тоже с крюком, мне чуть дальше. Прикольно, что здесь теперь на карте все это обозначается. Это мне чертовски нравится. А еще я бы хотел что-нибудь... Что-нибудь бы я хотел, очень бы хотел. Так, а где мой божественный камень-то? Я что-то его не наблюдаю. Спустимся пониже. У меня есть что пожрать, кроме костей? А, 19 часов, вот это вот скоро... Скоро, не, еще не скоро. Вот бананчики уже скоро. Но пока экономимся. Экономимся без костра и воды. В жопе выросли грибы. Я, кажется, забыл свои эти... Блин, я забыл свои кокосики. И так не хочу возвращаться за ними. А вдруг они исчезли уже? Я ж там был, там уже нету ведерка с бухлишком. Я, по-моему, уже куда-то не туда ушел. Или туда, или я еще не дошел. Вот, вот здесь, да-да-да, все, я дохожу. Так, у меня ж тут... Ах ты ж, мама мия, я ж тут все уже... вот он проход-то, вот он шатер-то, вот он пепел-то, вот он уголек-то. Могу спать здесь. Ну что, товарищи, нас ждут великие дела и эта дырка. Мы пойдем с вами в следующей части в эту дырку. И я вам скажу, что я начинаю подозревать в этой мии какого-то ебахаку. Проверим, так ли это. Услышимся. Продолжение. We'll be right back.